Добрый-добрый день, уважаемые зрители моего канала. Сегодня 5 июля, а это значит, у меня день рождения. Я нахожусь в санатории Яхонте Тароса. Всей семьей приехали отмечать мой день рождения. Убежали от домашних дел, от суеты, для того, чтобы просто наслаждаться этим днем. Меня поздравили, конечно же, мои родственники вот такими шикарными цветами. Лилии белые, я их обожаю. И поздравили очень многие мои зрители, которые помнят этот день. Мне, конечно, до слез это приятно, это так трогательно, что вы помните. Первое, самое первое, вот отмечу, Танюшку поздравила. Еще очень многие поздравили, но всех перечислять не буду, но Танюшка была первая. Спасибо, Танюша. Друзья мои, спасибо вам за ваши пожелания. Это очень приятно. Вы меня видите, знаете все. Я вас не знаю почти никого. И незнакомые для меня люди присылают поздравления, пожелания. Это, конечно, трогает до глубины души. Еще раз большое спасибо всем за поздравления. Были пожелания оставить свою карту, ну, хотя бы на сегодняшний день. Кто-то хочет поздравить там какими-то условными единицами. Я оставлю карту. Ну, куплю еще один шикарный букет и тортик. И обязательно вам покажу. Друзья, рада была вас приветствовать. Еще раз большое всем спасибо, низкий поклон за ваши пожелания. Пока!